Ковровском районе на 300 квадратных метрах сгорел цех деревообработки. Крупный пожар произошел днем в селе Глебово. Горела кровля деревообрабатывающего производства. Внутри помещения было сильное задымление. Пожарные двумя звеньями газодымозащитников ворвались в цех и не дали пламени распространиться по всему зданию. Тушили пожар 21 человек и 6 спецмашин. А в селе Ликино Судогодского района загорелся лесопильный цех. Площадь этого пожара составила 51 квадратный метр. В МЧС сообщают, что работники лесопилки сжигали отходы пиломатериалов и оставили горевший мусор без внимания. В итоге огонь перекинулся на кровлю цеха. Пожарные не дали пламени распространиться по всему зданию и ликвидировали возгорание. Тушили пожар 6 человек и 3 спецмашины. Причину этих двух пожаров выясняют дознаватели тревожного ведомства.